святитель Иоанн Златоуст, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. «Жизнь была свет человеков». Итак, евангелист сперва получает нас о создании, потом говорит и о духовном, о духовных благах, дарованных нам с пришествием Спасителя, и означает их одним словом – «жизнь была свет человеков». Не сказал «была свет иудеям», но всем людям, потому что не иудеи только, а и язычники получили познание о нем, и свет этот прилагается в общение всем. Но почему евангелист не присоединил сюда и ангелов, а сказал только о людях? Потому что у евангелиста теперь слово о роде человеческом. И потому что Спаситель к нему пришел благовествовать благая. И свет во тьме светит, 5 стих. Тьмою здесь называется и смерть, и заблуждение. Свет чувственный сияет не во тьме, а когда нет тьмы. Но проповедь евангельская светила среди мрака заблуждения, все облегавшего, и рассеивала его. Свет этот проник и в самую смерть, и победил ее. Так что уже одержимых смертью избавил от нее. Итак, по Илюку ни смерть, ни заблуждение не преодолели этого света, то он всюду блистает и светит собственную силою. То евангелист говорит, и тьма не объяла его. Да, он и неодолим, и не любит обитать в душах нежелающих просвещения. Но если он не всех объемлет, ты не должен этим смущаться. Бог приближается к нам не с принуждением, не против нашей воли, но по нашему желанию и благорасположению. Не заключай дверей для этого света, и получишь много наслаждения. А приходит к нам этот свет посредством веры, и пришедший в обилии просвещает того, кто приемлет его. И если ты представишь ему чистую жизнь, он постоянно будет обитать в тебе. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, говорит Спаситель, и мы придем к нему, я и отец мой, и обитель у него сотворим. Иоанна 14 глава. Так никто не может пользоваться светом солнечным, не открывая глаз. Как никто не может участвовать в этом просвещении, не отверзая вполне очей души и не изощрив их во всех отношениях. А как это можно сделать? Очищая душу от всякой страсти. Грех есть тьма, и тьма глубокая, и это видно из того, что он совершается безрассудно и тайно. Аминь. Аминь. Некоторые говорят, Бог любит, говорит, всех грешников. Нет, не всех. А те, которые открывают сердце свое для слышания слов его, то приносит раскаяние, тех Господь любит. Они так, о, любит Господь, всех любит людей. А мне говорят, Бог любовь, не может он кого-то там за какие-то грехи там и на вечное мучение. Не может так быть. Да. Но так написано. А то, что как в Библии, это уже наше человеческое измышление бывает, что так вот. Поэтому и так говорит, тогда свет Евангелие просвещает, когда мы открываем это. А когда с закрытыми глазами, то и солнце светит. Там, если не открывать глаза, о, что-то нет сегодня, солнца нету. Говорим, почему? Открой глаза, так ярко как светит. И даже каждая пылинка в доме, когда нет солнца, а когда солнце есть, то смотришь, что-то пыль, оказывается, летает. Прям видно на солнце, как летает пыль. А без солнца ничего этого не видно. Кажется, чисто, у меня хорошо все. А как тряхнешь, только пыль идет везде, видно. Поэтому, чтобы свет Христов просветил нас, нужно для этого иметь открытое сердце и принимать всей душой. Аминь. Этот свет. Аминь.